Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И я продолжаю играть в игру Katana Zero. В этой серии я рассчитываю закончить игру полностью. Но что из этого выйдет, давайте посмотрим дальше. Но остановился я на том, что меня отправили уничтожить данные в бункере. Центр синергетических исследований, пропуск. У меня нет пропуска, я его в других штанах оставил. Пусти меня. Без пропуска никак. Я на конференцию на третьем этаже. И у меня нет пропуска. Хреново. Участники конференции проходят без пропусков. Давай на дурака. Похоже, конференция отменяется. Неужто ничего нельзя придумать? Вы весь день мне мозги парить будете. Да. Мне слишком мало платят, так что делай, что хочешь, валяй. Ты меня пропускаешь? Ух ты, это было просто. Не пришлось никого убивать. Ну, поехали в бункер. Воу, это совсем не третий этаж. О, Overdose, Людовик, бункер. Нажмите атака. Оп. Но здесь нас уже встретила охрана. Так, еще бы вспомнить управление. Ёлки. Они ж сразу нападают. Подожди-ка. Так, вроде получилось. Ага, они даже не заметили. Там кто-то с автоматом. Поэтому... Раз. Блин, мне не хватило замедления. Вот так. Это было просто. Надеюсь, в конце меня не будет ждать мега-босс, которого я буду проходить целую неделю. Блин, опять эти... Блин, а как их четверо-то пролететь? А как? Подожди. Это же невозможно. А, кажется, я понял. Надо проходить там, где они сходятся в два. Так, это было просто. Блин, он два раза стреляет, падла. Блин. Блин, я же почти прошел. Так. Теперь главное не нарваться на эти лучики. Есть. С самого начала уже какие-то напряги. О-о-о-о-о-о. Привет, друзья. Блин, а как их всех-то перегасить? Опа, почти получилось. Блин.
есть. Блин, до чего сложные уровни пошли? Интересно, сколько их еще, этих этажей? Так. Привет. Блин, опять. С самого начала. Давай, давай, стреляй быстрей. Есть. Так, еще трое. А у меня коктейль Молотова? По-моему, да. Есть, поехали дальше. Интересно, зачем я собирал те ключи в начале игры и потом... Блин! Пулеметчик! Охренеть! Подожди, а можно отразить в него? Блин, да ему пофигу вообще. Есть. С замедлением это было несложно. Надеюсь, мне больше не встретятся пулеметчики в игре. Да ёлки. Они ж просто не дают ничего сделать, сразу же стреляют. Даже отдохнуть не дают, передохнуть. Постоять и подумать. Тот с дробовиком, а этот с дробовиком, блин. И внизу с дробовиком. Капец, в натуре сложные уровни пошли. Давай, давай, давай. Есть. Так, этот один, в принципе, его легко вырубить. А этих двое. А, у меня есть дымовуха. Ништяк. Подожди. Так, есть. Этого вырубим сразу, и осталась дымовуха. Так, нет, наверное, мне стоит подняться наверх и сделать это сверху. Блин, падла. Еще не хватало, чтобы он меня убил. Да блин, да убейся же ты, козел. Наконец-то. Нет, это не так сложно, как в прошлой серии, но достаточно путненько. Так, что это за криокамеры? Какие-то люди или не люди? Что-то непонятное, ладно. Даже музыка изменилась. Ёлки, здорово. А что, ты ничего не можешь сделать? Шара. Так, и там... В принципе-то... Ага, он сразу побежал. И у меня ничего не остается, кроме как... Да, начать сначала. Так, в принципе, это было несложно. Теперь мне надо отключить. Да, я понял, не все так просто, как хотелось бы. Ай-яй-яй, нифига себе. Что там? А, их там всего двое было. Окей. А как вырубить эту штуку? Понятно, это было тоже очень просто. Поехали дальше. Сколько тут этажей? Это не бункер, это целая система подземных тоннелей. Черт. Ого, двоих сразу? Ай-яй-яй, блин, этого я не заметил. Отлично. Следующий. Да блин, у меня закончилось замедление времени. Давай быстрее стреляй, придурок, быстрее! Падла.
же меня никто не заметил, что ли? Блин, а как мне забраться наверх? Или мне это не нужно делать? Чёрт! Нет, здесь никак ничего... А, я понял! Это легко. Смотри, как это делается. Берешь эту штуку, ждешь этого клоуна, цепляешь к нему, и когда он проходит мимо топлива, ты взрываешь ее. Все просто. Бам! Окей, а дальше? А, через верх. Ну, это не сложно. А вот здесь уже сложно, черт. Да ладно, я его дверью убил. Прикол. Так, а дальше только один типок. Блин. Я разбил свою последнюю надежду. На победу. А нет, это было легко. Ты еще кто? Это же ученый какой-то. Не тот ли это ученый, который взорвал себя в начале? Хрен поймешь. Прячься, нуль. Кто ты? Воу. Охренеть, он всю шахту взорвал. Да, это сработает. Окей. Уэри, комедия. Отважный вой открыл глаза от спячки ядовитой. Хи-хи-хи. Становится занятно, а? Над первым актом занавес опустится уж скоро. Хи-хи-хи, уж жду не дождусь. Бам, такой шлепнулся в шахту. Так, а дальше пешком, окей. Ну, я думаю, это будет несложно. Я уже приноровился играть в эту игру. Бэм. Следующий. Блин, а того падлу так просто не пробить. А, нет, он ходит. Я думал, он даже ходить не будет. Черт, это проблема. Это большая проблема. Блин. Попробуем кое-что другое. Блин, это не сработало. Я хотел убить его с одного удара. Есть. Можно было пропрыгнуть за него. Блин, а дальше проблематичней. Ух ты, блин, я сразу всех согрел. Давай. Блин, ай-ай-ай, пулька. Черт, да блин. Уже проще. Может быть, он научился чему-то от змея?
как-то проще стало убивать. Или мне кажется? Навряд ли. Это реально легко. Что же ждет меня дальше? Ждет. Нажмите Y. Пистолет? Да ладно. У меня появится настоящий пистолет. Можно я стрельну сразу же? Подожди. Я стрельнул пистолетом? Что? Я только что кинул в чувака пистолет и убил его им. Блин, я рассчитывал на что-то другое. Окей, поехали убивать машингана. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нет, серьезно, я думал, мне дадут пострелять. А я просто кинул пистолетом. А, блин, зря я это сделал. Сложно. Может попробовать стрельнуть сейчас? Ай-яй, ай-яй, блин. Подожди-ка. Да, можно взорвать всех сразу. Нет, нельзя взорвать всех сразу. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Так, надо убить Киану Ривза и посмотреть, нет ли кого-нибудь еще. Нет, никого. Так. Бутылка с топливом стоит среди взрывоопасных бочек, а у меня кончается время. Ништяк. Есть. Взорвали и бегом, бегом, бегом. Есть, я успел. Ништяк. Так, здесь время поджимает, надо действовать быстрее. Я понял. Блин, он отбил мой... мачете. Так, этот мертв. Блин, да сколько ж вас тут? Куда идти-то? Так, здесь я все подключал. Подожди, я вообще не врубаю, что происходит. Это за... огромнейшее место, елки-палки, куда идти? У меня еще и времени нет совсем. Капец. Да нет, хотя времени хватает. Проблема всех найти и убить. Так, здесь это не проблема. Ай-яй-яй. Ты ж, падла. Нет, здесь тоже не проблема. Подожди, я не понимаю. А, ну мне дается до хренища времени на самом деле. Это я почему-то заторопился. Ну и хорошо. Быстрее закончу. Так, никто не спалил. У меня есть дымовуха. Блин, как бы к ним подобраться? Наверное, снизу. Ой-ой-ой-ой-ой. Это очень-очень-очень нехорошо было для них. А для меня это было просто. Так, а можно его просто от двери вот так вот оттолкнуть и все. Блин, ну это было несложно, на самом-то деле. Я рассчитывал на что-то сложное, а пока это просто. Ну, посмотрим, что ждет меня в конце. Опа. О, ты здесь? Я очень надеялась, что мы закончим наш танец. Будет весело. А это та девчонка? А, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Подожди, я не... Блин, а как в нее попасть-то? Блин. Да как? Как тебя убить-то? Подожди. Ах ты чертовка. О, я ее ударил. Блин, куда она исчезла? Куда ты исчезла, тварь? Блин, ненавижу этих чуваков с щитами. Еще и она появилась. Капец, ну это реально сложновато, согласен. Есть, по мордам получила. Блин, надо держаться от нее подальше. Ты падла.
Сцена! Блин, где я? Я не понял. Блин, кажись, мне хана. Или нет? Да, мне хана. Блин, да чего это сложно? Не, в натуре это сложнее, чем в прошлый раз. Точнее, прошлый босс. Да вообще все прошлые боссы. Хотя, если запомнить, кто за кем выходит, это не так сложно. Вот здесь я уже делаю все на автоматизме. Так. Что, следующий? Ты, падла, блин, как уворачиваться от этого лазера? Падла. Где? Куда? Вот ты падла. Ты Гамма, да? Как 15-й. Так ты тоже из нуль? Я думала, из нуль остались только мы с 15-м. Аль-Хасим заказывал мне людей и расплачивался Хроносом. Ты за ним пришел, да? За Хроносом? Здесь его нет. Не знаю, где Аль-Хасим его хранил, но явно не здесь. Его, в принципе, почти не осталось. На нас обоих точно не хватит. А я здесь не ради Хроноса, на нас одних не хватит. Я здесь не ради Хроноса? Что? Ну тогда зачем? Здесь нет ничего интересного, ничего. Столько крови, столько боли, и все зря. Разве что. Тебе нравится, да? Убивать? Бессмертие, которое подарил нам Хронос, власть над временем. Смерть перестала трогать нас, потому что после нее мы всегда возвращаемся. Мы можем прикоснуться к настоящей жизни лишь тогда, когда лишаем ее кого-то. Да я не люблю убивать. Этот бой может продолжаться вечно. Кто-то должен сдаться. Наша битва происходит у нас в головах. Разум сражается с разумом. Каждый раз, когда ты убиваешь меня, я немного лучше понимаю, как убить тебя. Окей. После твоей смерти я убью тех, кто превратил нас в это... Клянусь, твоя гибель не будет напрасной, они будут умолять меня добить их. Нам не обязательно драться, мы можем убить их вместе. Нам не хватит Хроноса, мы не сможем работать вместе, даже если захотим. Я не хочу, чтобы это вот так закончилось, но разве у нас есть выбор? Возможно, в твоей крови еще достаточно Хроноса, возможно, меня отпустит. Блин, прекрасно. Новые приемы. Есть. Она получила по морде. И туда дальше. Пока ни хрена не понятно. Ну же, сдавайся. Мы можем сразаться вечно. Походу, так и будет. Блин. Как тебе попасть? Блин. Есть, я попал в нее. Я попал в нее. Теперь... Есть. И эти две пушки я тоже убил. Не, ну есть моменты, где ее вообще нереально пройти. Когда она становится на крышу и пускает свой лазер. Блин, она еще и стреляет. Нет, серьезно, это нереально было. Вот это вот как проходить, блин. А, я понял как. Thank you.
дальше. Пил. Да блин. Это сотый раз, когда ты делаешь одну и ту же ошибку. Меня не перехитрить, ты обречен проиграть. Хрена с два. Я тебя победю. Чего бы это ни стоило. В принципе, все ее удары можно отразить замедлением времени. Да и ее глушить легко. Блин, забываю про этот луч. Забыл. Съела? Блин, что за комба у нее? Блин, а что за стрелочка? Я не понял. Смотри-ка, она тоже упала. А в твоей крови есть Хронос. С ним я протяну еще пару дней. Окей. Попробуй меня убить сначала. Падла. Я уже прохавал все твои фишки и знаю, куда вставать. Поняла? А, нож! Нож, блин! Чертов нож! Я же его увидел! Ай-яй-яй, там еще одна! Ай, это было несложно. Тут всего лишь надо запомнить, что зачем следует. Так, я не понял. Я же ее убил. Капец. Убей тех, кто превратил нас в это. Отомсти за меня. С хрена с два я за тебя мстить-то буду, я тебя не знаю. Че, с ней что-нибудь сделать? Ничего нельзя. Может, добить? Ой. Ой. Блин, я не хотел. Окей, поехали дальше. Доступ запрещен. Требуется сканирование сетчатки. Кажись, я понял, зачем я отрубил ей голову. А, ну да. Открыть дверь? Да. Блин, ну сорян, я не хотел тебе голову отрубать. Ого. Это еще кто? А, что? Убей ребенка. Да я не собираюсь его убивать. Давайте просто посмотрим, если... Что будет, если подождать?
Я не хочу убивать детей. Эй, он сам выбрал убить ребенка. Блин, тут одни варианты, только убить ребенка. Не буду. Я буду ждать. Что это за задание убить ребенка? Да я ж говорю, мы бы победили, если б не эти хиппи. Это же было уже. Детишек убивают. Но про детей он ничего не говорил тогда в баре. Окей, я просто жду. Я жду и ничего не делаю. Убей ребенка. Он похож на меня из того видения или видения. Блин, он не дает ничего сделать. О, опять эти типы и девчонка. Нифига не понятно. Но я не буду их убивать. Ты куда? Смерть целей не подтверждена. Какого хера ты делаешь? Ах ты падла, это все из-за тебя, да? Хренов доктор, это ты мне внушил мысль убить их? Ты вообще понимаешь, что ты наделал? Сбросил он бумаги со стола. Я весь день до дочери дозвониться не могу. Телефон мне больше не понадобится. Да какой дочери? Я все им объясню. Меня никто не тронет. Я ни в чем не виноват. Подожди, я не понял. Это были не сны. Нет, все, пора. Надо уходить. У меня мало времени. Мне нужно идти. Блин, я пока нифига не понимаю. Ты мне солгал. Что? Что ты несешь? Что ты со мной сделал? Пошел отсюда, поехавший торчок. Хоп, отбежал. Ты что делаешь? У тебя ломка, не подходи. Да ладно. Он ему просто врезал. Ты, я столько для... Остановись, так нельзя. Я дам тебе много хроноса, сколько захочешь, только отпусти меня, умоляю. На тебе, похари, падла. Не, убивать не надо. Ну зачем? Ну я не хотел же. Ну самурай. Я в тебя верил. Остановись, ну ты чё? Маньячина. Блин, вот его прёт. Он сам себе сейчас полит. Чё-то его ни хрена не отпускает. Две дозы? Ты серьезно? Третью? Ты сейчас откинешься. Да ну. Тебе полегчало? Вот это приход. Капец, ты взял и убил чувака. Обыскать тело. Я пока просто не понимаю нифига. Вы подобрали правительственную ключ-карту. Ну типа я не понимаю, в смысле сон? В смысле это уже было? Не могу сопоставить его видение и то, что я увидел сейчас, недавно, по крайней мере, обыскать портфель. Доставка Хроноса 3.30. Каждую среду звонить 286 раз. Лаборатория по разработке спецвооружения. Здесь и досье есть. Открыть папку. Объект 0. Возраст 22. Рост 177. Это же я. Цвет глаз карий. Номер 0. 0 после успешного выполнения задания отправить код LA. Сотрудник 0, крыло гамма, опытный правительственный агент, возможен наем третьими лицами. Ликвидировать в случае появления сомнений в деятельности организации или обнаружения данных о Хроносе. Блин, да у него даже на меня папка есть. Вот ублюдок. Может быть и не зря я его убил. Хотя мне его жалко. Еще о какой-то дочери говорил. Вернуться домой. Нет, пойдем в бар. Блин, только домой можно.
О, полиция. И кто мне за квартиру заплатит, позвольте спросить? Неужто нельзя? Не успел прочитать. Мэм, здесь было совершено преступление. Мы не нашли его родственников, так что можете оставить все, что найдете в квартире, себе. Подожди-ка. Ну ладно. Это же квартира девчонки. Да ведь? Блин, я не хочу к нему подходить. Давайте как-нибудь аккуратно мимо него пройдем. Хоп, мусорок, не шей мне с... А это кто? Жилец из квартиры со сломанной дверью. Ко мне в квартиру кто-то забрался? Ага, и к соседу тоже. Убили его. Может, они меня искали? Ну, если бы не так, так от передоза мужик торчал плотно. Что-то я не понимаю. Да вы проходите. Подожди. Блин, а где девчонка? И кто вообще забрался ко мне домой? В смысле? Чё мне с хатой? Капец, все раздербанили. Записка? Ну давай прочитаем. Жизнь за жизнь. В смысле? Чё-то я пока ничего не понимаю. Ладно. Я вычту стоимость двери из залога. Сейчас, секунду. Блин, я боюсь, это будет палево. Вы не видели маленькую девочку? Девочка? Ха-ха, да не живет здесь никаких детей. В моем здании точно, да и вообще в третьем. Может, это мой глюк был? Рэнди, а проверь-ка квартиру этого гражданина на предмет странностей. Что за девочка, уважаемый? Я же говорю, спалюсь, блин. Маленькая девочка жила с ним. Дочь? Ну, наверное, да. Сюда нельзя с детьми, я всех жильцов предупреждаю. Этот вообще боболем жил. Кто такой боболь? Дети в третьем районе уж конечно. Не было у него детей, обычный наркоман-холостяк банчил себе потихоньку. Гражданин, пройдемте, пожалуйста, у нас есть вопросы. Блин, зря я, кажется, с ними заговорил. Блин, ладно, провоцируем, я никуда не пойду. Цель вашего задержания — это... Встаньте на колени и держите руки так, чтобы я их видел живо. Это обращение или просьба? Составляйте протокол. Сдавайтесь, и никто не пострадает. Ой, это не я делал. Он сам увернулся. Центральная — это Хавас, код 452, дом 298. Мужчина среднего телосложения. Одет в халат, при себе самурайский меч. Рэнди, он под ориентировку подходит. Неужто он? Он это кто? 7 лет назад? Окей. Ну, 7 лет назад, минус 22. Прячься скорее, 0. 15 лет ему было. Типа он не заметил этого чувака. Так, хорошо, мы восстановили картину. Ого. Так вот, что это за дом? Говорит 0, цель нейтрализована. Это 0, миссия выполнена. 0, порядковый номер 0, устройство деактивировано. Давайте второе. Принято 0. 15-й. Приказываю возвращаться. Если кто-нибудь вас заметит, действуйте по протоколу. А, так это 15-й. Это тот чувак, который... Короче, он и та девчонка остались вдвоем. 2-0. И типа я еще 1-0. В смысле? Это ж я. Чё за прикол? И это она? Я нифига не понял. А, это та война, которая была. Катана Зеро. В смысле, это конец? Да я нифига не понял, подождите, вы мне обязаны объяснить, я всю игру проходил, зачем? Игра Джастин Стендер. Да в смысле?
Серьезно, я пока не понимаю. То есть была война, он убил какого-то ребенка, нейтрализовал цель. То есть я играл за 15-го. Короче, я нифига не понял. Походу, мне придется почитать вики или перепройти игру. А, что это? Продолжение после титров? В общем-то, наверное, надо посмотреть титры. Это та девчонка. Ви мертв. Выживший из нуль, сэр. Гамма 15. Принято. Тогда, я полагаю, пришла пора перейти к открытой конфронтации с правительством. Ви. Что за Ви? Я не понимаю нифига, ребята. Слишком запутано для меня. Пожалуй, подожду окончания титров. Может быть, что-то еще прояснится? Так. Это она? Опять? А к кому она пришла в конце? Что-то этого я не понял. Блин, игра оставила больше вопросов, чем ответов. Продолжение, говорит, следует. О, а вот и девочка. Ты только глянь, как она дергается от трагедии. И-хи-хи-хи-хи. И сколь бесцельна, друг, комедия. О горе ей, ей уготована мучительная смерть. Да ладно, не надо ее убивать. Хм. Только давай позабавимся. А, блин, мне ничего не дают сделать. В смысле, вы еще девчонку убьете? Открыта правительственная лаборатория. В смысле? Какая правительственная лаборатория? Что? Что открыто? Я не понимаю. Новая игра? Продолжить? Может попробовать продолжить? А, действительно, смотри-ка, есть бункер 2 и правительственная лаборатория. Но я думаю, играю я пока немного, поэтому можно попробовать пройти правительственную лабораторию, что ли. Ну или хотя бы посмотреть, что это. Так, мы в правительственной лаборатории. Что это? Меч. Взять радужный меч. Весь мир ваш холст, а кровь всего лишь краска. Ну, давай возьмем. А, это радужный ключ, который я открыл. Вернуться к обычной катане? Нет. Ух ты, прикольно. У меня есть радуга вместо меча. Так, эту я могу открыть? Нет, этого ключа у меня нет. Этого тоже? Так, какой-то ключ я еще поднимал. Это что у нас? Взять прототип Клеймора. Огромный меч, отражающий все летящие в вас пули и пробивающий любую защиту. О, вот это прикольно. Если он будет пробивать этого чувака с щитом, это круто. Блин. То есть у меня, в общем, есть выбор только радужный меч, либо Клеймор. Так, а дальше что? Временно закрыто. А... Блин. То есть мне можно найти еще три оставшихся меча и пройти дальше? А что будет дальше? Давайте так, я все-таки попробую найти три этих оставшихся меча, чтобы пройти в следующую комнату. Все-таки интересно, что там дальше. Но вы увидите, наверное, только местонахождение ключей. Ну и, собственно, прохождение дальше. Поехали. Итак, чтобы получить второй ключ, вам потребуется убить цель в отеле... статуей, которую я пока не вижу. Ага, статую я вижу. Так, а далеко до него? А нет, в принципе, он уже рядом. Так, а как его убить? Статуей. Есть, я его убил. А ключ находится, по-моему, на нем. Да, вы подобрали ключ мастера. Пойдемте посмотрим, что там за меч. Пока больше остальных мне понравился радужный. Он окрашивает кровь врагов в различные цвета. И смотрится это круто. Так. Взять меч мастеров. Стреляет лучами странной энергии. А, как он стреляет? Икс. О-о-о. Ух ты, это прикольно. Как понять, что он заряжается? А, понятно. Он начинает светиться. Блин, а это круче, чем радужный меч. Ладно, пойдем искать еще два ключа.
Итак, следующая цель находится в особняке. Это тот самый грабитель, которого я тогда убил во время прохождения. Ему нужно дать уйти. Тогда я смогу подобрать ключ, который он оставит. О, вот и этот парень. Так, мне нужно дождаться, пока он уйдет. Но для начала мне стоит перебить всех на этом уровне. Ого, сколько вас тут. А после этого забрать то, что он оставит. Но теперь будем просто ждать. Интересно, он среагирует, если я зайду? Или мне просто подождать? О, по-моему, он сваливает. И да, он свалил. Да, вы подобрали ключ Феникса. Отлично, возвращаемся в ту самую лабораторию. Итак, следующий ключ. Блин, это не он. А, вот он, последний. Взять клинок Феникса не только разрубает плоть, но еще и поджигает ее. Блин, а это прикольно, наверное. Ух ты! Охренеть! Вот это круто! Ну, а я, наверное, отправлюсь за последним мечом. Но найти его можно будет на бойне. Насколько я понял, это немножко трудоемкая задача. То есть мне придется сначала перерезать какой-то провод, чтобы он меня не запалил. Где его перерезать, я пока не понимаю, но попробую найти. В общем-то, вот она, первая камера. И здесь есть такой датчик, который нельзя активизировать. То есть надо выманить этого охранника сюда поближе. А после этого уже перерезать провод. И таких датчиков нужно будет пробежать 3. Если кто помнит, по прохождению там взрывается склад с Хроносом. Нам нужно это предотвратить, чтобы взять ключ со стола на этом складе. Ну давайте пробовать. Эй, друг, иди сюда. Блин, все-таки спалился. Так, ну проще это сделать, наверное, если выманить его сюда и ударить его в углу. Тогда камера не закроется. И, собственно, вот он, этот датчик. Ну, наверное, чтобы было нагляднее, я вам продемонстрирую. Если пробежать под этой вот штуковиной, которая сейчас наверху, закроется дверь и заговорит этот чувак. А чтобы этого избежать, вам нужно перерезать этот провод. Ну, прежде чем вас запалят. Надеюсь, вам понятно, а я начинаю заново. Выглядеть это будет примерно вот так. И этот датчик нужно будет проскочить, то есть не просто пробежать под ним. Если вы все сделали правильно, снайпер вас докучать уже больше не будет на этом уровне. Но вам предстоит пробежать еще 2 монитора. Возле второго телевизора вам перерезать ничего не нужно. Нужно будет проскочить 4 датчика. Ну и, собственно, сражаться ни с кем не придется в этой комнате. Ну а здесь нужно будет проскочить только 2 датчика. Ключ находится на этом столе. Итак, ну давайте проверим. Здесь ли он? Да, вот он. Вы подобрали ключ гения. Ну что, возвращаемся в лабораторию. Так, ну и что же под последней дверью? Взять нож гения, короткий клинок, которым можно очень быстро орудовать. Окей. О, прикольно. Нифига себе. И что же у нас за этой дверью? Временно закрыто. Подожди-ка. А зачем я собирал эти клинки тогда? Блин. Ну и, собственно, ничего про эту дверь я в интернете так и не нашел. Видимо, это для будущих обновлений или для DLC. Временно закрыто. Поэтому на этом все, друзья. Не забудь оставить комментарий, подписаться и поддержать меня лайком. Ну и всем пока!